какой целью ты приехал? Перероваться, погулять, потусить, поесть вкусной еды. Еще пару целей опустим. Это не для протокола. А потренироваться он на каком месте в списке дел? Ну вот в прошлый раз он был на первом, сейчас уже такой, на втором. Если раньше, в прошлый раз я ходил там два раза в день, все там четко, то сейчас я буду так по кайфу, как говорится. Попробую каждый день, но так, не жестко, чтобы не умереть тут. Как это, мне сказали, переезжай поближе к залу, и я приехал в другой город поближе к залу. Вот там морюшка, а мне уже несут кокос. Давай кокос. Передаю привет всем, кто боится чипирования, штрих-кодов на коже и так далее. Смотрите, для участия в турнире, чтобы видеть, что я не какой-то мимо проходимец, мне поставили штрих-код на кожу, а я еще и спутником чипирован. Все, пипец, в рай не попаду.